В семье Хабибулиных 6 детей, 2 мальчика и 4 девочки, так что недостатка в умелых руках здесь нет. Вся семейная экспозиция связана крючком. Работали все вместе. Каждый готовил вот там бисероплетение, вот это все подготавливали девочки, в общем-то. Стефан занимался другой подготовкой. Одно из условий конкурса – знание своих предков. В семье Нижегородовых свою историю не забывают. Здесь и книга, и генеалогическое дерево. Оно выполнено в стиле городецкой росписи. Очень много конкурентов. Хочется зацепить жюри, чтобы вот прям все аж ах сказали. Вот, очень долго делали, старалась сделать каждую деталь, чтобы все было вот очень интересно, красиво. Удивить жюри можно было не только семейной выставкой, но и семейным творчеством. Каждый постарался на славу. Кто-то в песнях восхвалял Господа, кто-то жену. Глава семьи Горюновых вышел на сцену на костылях, но это не помешало ему блеснуть вокалом. Сердце Горюновой, возвещай снова. Женщины прекрасные, матерью моих детей. В общем, задача перед жюри стояла сложная. Из семи талантливых и многодетных семей необходимо выбрать лучшую. Путем сложных подсчетов такую нашли. Семья Рашитовых будет представлять Оренбург теперь уже на региональном конкурсе «Мы дружная семья». А там и до российского фестиваля рукой подать. Юрий Мишенин, Виктор Гашенев. Наше время.